Судя по тому, что ты тут, она сгрела, все еще нет. Ты решил каким-то химическим хуем меня остановить? Нет, ну что ты? Моих сил не хватит на это никогда в жизни. А что тогда? Последнее желание хочешь перед смертью? Бабы золото, наркота. Ишь ты, какой крутой стал. Не забывай, что все это ты получил благодаря мне. И я пришел сделать тебе предложение. Слышь, культурист, я не такая дешевка, чтоб жениться на богатых дядях. К тому же я противник этой противоестественной херни. Идиот, предложение не руки и сердца, а решение этого конфликта. Конфликт? Ты видишь тут конфликт? Мы зашли в город без боя. Ни один воин с обоих сторон не пострадал. Я первый, кто провел войну без войны. Чем ты недоволен, сука? Я недоволен тем, кто сидит на троне вождя, и тем, какую политику он ведет. Ты усомнился в разумности Трала. Трала? Ша, все, я понял, о чем ты. И что же ты предлагаешь? Таурена в будке не утаить, твой секретик все равно узнают. Какой секретик? Трал, ты что из этих? Из Алого Ордена? Еще раз такую хрень промычишь, на тушенку пущу. Значит так, с помощью ночных пернатых друзей я связался с одним человечком, который тебе все объяснит. Человечком! Ну здравствуй, брат. Смотрю, поменял ты честный хлеб на царские роскоши. Ах ты, сука! Матвей, это не то, о чем ты подумал. Хули ты отчитываешься этому доходяге? Кончай его и дело с концом. Вы слишком мало знаете об устройстве этого мира, друзья. Я принимаю твое предложение, алхимик. Мы разберемся с этим. Матвей, пошли потрещим на равнине. Да-да, не хотелось бы уничтожать такой красивый город. Хок, следи за алхимиком. Без лишних вопросов. Делай, что говорю. Услышал тебя, глаз не сведу. Я готов, идем. Пошли, покончим с этим поскорее. Ой, чё ща будет, бля? В смысле, чё будет? Вождь его мизинцем сложит. Ты ещё наивный телёнок, да растёшь, да бы как поймёшь. Не хочешь поговорить со мной в привычной форме? Это скин за максимальный уровень. Моя гордость. Я думал, наша гордость — это наша сила, не считаешь? Да очнись ты! Мы могущественны, мы можем всё. Но мы тратим свои жизни на службу тупым бездарным иродам. Тебе это не надоело? Не все идет так, как нам хочется, мой друг. С большой силой приходит большая ответственность. А ты решил взять власть в свои руки, помыкая слабыми, которым должен был помогать. Трал тоже был одним из нас. И он специально деградировал рабов, чтобы они не знали о своей силе. А я подарю свободу всем тем, над кем издевался Трал. И мы получим чистое поколение рабов, что знают о истинном предназначении. Если все начнут качаться, как мы, мир треснет по швам от наших войн. Если мы продолжим играть по правилам создателей, треснут лишь наши жопы. То есть ты за геноцид? Да, но за праведный, разделяя тупых от умных. Это не праведность, а неравенство. То есть моих взглядов ты не разделяешь? Да, видимо, новый мировой порядок определит тот, кто выживет. Я не хочу драться с собратом. Мы должны бороться против системы. Ты сам нарушил правила игры. Разговор окончен. Да будет так. Массовые башни. Аналогично. Призыв подконтрольного военного мяса. Отвечаю. Призыв случайного героя. Сука, Дректар, почему именно ты? Мальчик мой, ты обещал мне, что будешь лучше. Дедуля, я не... Разочарование. Не желаю тебя видеть. Ты не так понял. Но тебе в принципе повезло. Макаться за тебя я не собирался. Адьос. Призыв адекватного героя. Солидария. Ну чё, гнида, идём потрещим. Трещать будет твой рот от моего клинка! Видимо, призывом мы ничего не добьемся. Проверим, чья кирка крепнется.
Ушел в инвиз, сука. Хорошо. Тогда просто выжгу все вокруг. Ну и хули вы стоите? Почему не воюете? Мы как раз собирались. Мы вот уже баню надели, коки заточили. Но вспомнили, что не достирает у хана орков. Пара минут. На словах ты жрица боевая, а на деле лишь манда тупая. Все с тобой понятно. Стой тут и наблюдай. Яда, я начинаю зачистку разума. Беру буйвола на себя. На кого топор поднят? Мне нет равных на этой земле. Я знаю. Поэтому у меня для тебя особый прием. Перенос потомства. Что? Дети? Нет. Папа не дерется. Нет. Мы просто играем. Пошли, отведу вас в безопасное место. Бык аннулирован. Проследи, чтобы ни одна живая душа не погибла. Где твои друзья, мать твою? Я доказывать тебе, шашлык не мочь есть шашлык. Это каннибализм. Твоя есть мясо каждый день. Животный наш, братья. Твоя пиздеть мне в уши. Да говори нормально, черт галимый. Вот сука, так ты можешь использовать свой язык по назначению, а не только вылизывать жопу трала. Я из твоей медведицы ковер сделаю. Шлепа, мужик. У мужика нет щели, дубина. Так вот почему его медведи драли. Я думал, он просто кельталасский. Что естественно, то не безобразно. Да закрой уже свое пещерное хлебало-мудило. Получай, сука, получай. Стой, стой, погоди. Я давал тебе шанс исправиться. Давал. Мы можем замкнуть этот круг, одумайся. Рабочий класс больше не будет унижен. Рабочий класс сила. Без нас не существовало бы ни хрена. Ты держишься за свое сраное рабство. Зачем? Затем, что я пробовал, понимаешь? Люди склонны к алчности. Чтобы это искоренить, надо уничтожить всех и воспитать заново. И я так и сделал, но это не сработало. Все существа все равно тянутся к лидеру. И лидер от власти сходит с ума, и все по новой. Я устал, Витязь. Этот мир не станет лучше. Его населяют злобные твари. Не говори, что ты! Да, я перезагружу это недоразумение. И посеку эти глупые затеи накормлю. Нет, стой! Сколько раз тебе говорить, ты неправильно долбишь эту доску? Смотри, как надо. Трэл, скажи же, что так лучше? Да, ты прав. Так действительно лучше. Неужели? Ты вообще крутой сотрудник. Даю тебе месяц отпуска. Можешь поспать, наконец, в логове. Отдохнуть. Спасибо, вождь. Ты лучший. Это все. Да, впредь будь осторожнее. Весь мир треснет по швам, если ты нарушишь баланс. Я тебя услышал. Впредь буду осторожнее. Ну вот и славно. Удачи тебе тут. А я пойду верну Элу Мьёте. Он заслужил. Кого вернешь? Богиню? Почему он, а не я? Вот же наивный дурачок. Мы только начали.